Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в университете. И в этот раз речь не про столичный микрорайон. Специальные боксы поставили в ЧГУ имени Ульянова. Что думают по этому поводу студенты, узнала Ольга Пырочкина. Экзамен сдан, и, по мнению студентов, лекция теперь просто испачканная чернилами бумага. Однако она еще принесет пользу в качестве вторсырья. Чувашский госуниверситет стал первым учебным заведением республики, в котором организовали раздельный сбор мусора. Для начала двух фракций – бумаги и пластика. В настоящее время у нас установлены эти ящики по двум адресам. Это на Университетской 38 во всех корпусах и на Московском проспекте 15. Но в течение месяца такие ящики появятся во всех корпусах. Вывозить собранный материал будет компания, которая специализируется на сборе, переработке и реализации вторсырья. Впрочем, цель установки контейнеров в данном случае не собрать сразу тонны отсортированного мусора, а скорее просветительская. Я думаю, что буквально вопрос ближайших лет, и республика, не только город Чебоксары, поэтапно, постепенно перейдет на вот раздельный сбор отходов. И тогда вот нам придется срочно перестраивать культуру, психологию населения в отношении раздельного сбора мусора. Вот мы сейчас готовим передовой отряд такой молодежи. Хотя обычные урны в университете пока заполняются быстрее новых контейнеров, студенты заверили нашу съемочную группу – разделять готовы. Но я думаю, если это будет так же, как и мусорное ведро во многих местах расположено, то будет удобно выкинуть туда. Да. Почему бы и нет? Я даже дома коплю пластик и специально контейнеры специализированные выбрасываю. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.